Алена, привет! Вы на канале «Мужики у плиты». Народ, привет! С наступающим вас Новым годом! Да, мы уже видим за горизонтом, буквально через пару недель примчится он, Новый год. Ну, звон шампанского. Праздник, подарочки. Ну, а кого-то из вас будет ждать под елочкой. Вот такой вот. Да, подарок. Мы решили разыграть данный самогонный аппарат среди наших подписчиков. И условием вот этого розыгрыша, да, не конкурса, а именно розыгрыша, будет комментарий под данным видео, где вы укажете, с какого вы города. Нет, ну если у вас комментарий будет дополнен еще новогодним поздравлением, будет вообще вдвойне приятно и здорово. Да, давайте формировать новогоднее настроение все вместе. Ну и понятно, что потом из прокомментировавших этот ролик мы рандомно, да, то есть методом случайных чисел. Забыл про одно важное условие. Да, и еще одним важным условием, да, у нас сейчас вся страна переходит в такую социальную сеть, как ВКонтакте, будет подписка на нашу группу ВКонтакте. Вот здесь вы сейчас увидите, будет QR-кодик, по которому можно будет перейти. И ссылочка внизу. В описании. В описании. Поэтому, ребят, пусть победит удачливейший. Давайте посмотрим географию наших подписчиков, ну и сделаем себе новогоднее настроение. Ну давай, с вас подписка на ВК. С вас комментарий с указанием города и ждем победителя. Ну и в качестве постскриптума хотим сказать, что у вас есть срок до 25 декабря. Да, розыгрыш будет проходить с 18 по 25, с понедельника по понедельник, так чтобы мы смогли определить победителя и, возможно, успеть отправить посылку, чтобы она доехала к нему как раз в новогоднюю ночь. Под елочку. Все, друзья. Дерзайте. Пока. Пока.